Вот ваши аплодисменты. Али Панчерхинг Багаутина! Это самый крупный бой в твоей жизни перед мировой аудиторией и с очень, очень известным соперником. Ты рад продемонстрировать миру все свои навыки и вообще какой твой план на бой? Это мой шанс, и я сделаю все, чтобы выиграть. Спасибо! Али, вы возвращаетесь в ММА, и перед вами голодный молодой лев. Что вы планируете показать миру завтра вечером? Голодный молодому льву я хочу пожелать удачи в завтрашнем бою. Красавчик! Давай, Али! Завтра все увидите, я сейчас не хочу много разговаривать. Я немножко голодный, подуставший. Завтра наберусь сил и покажу всю красоту российского ММА. Всем спасибо за поддержку. 74 килограмма, 800 граммов! Хандара! Вы дома, и за вами поддержка двух особенных стран. Готовы ли вы показать миру свои навыки? Какие ваши ощущения сейчас? Мои ощущения таковы, что рядом со мной стоит мой отец. И это впервые у меня в карьере, что отец в моем углу, со мной обычно за границей. У меня бои, и он не любитель летать. Поэтому у меня на футболке сейчас изображен человек, которому я обязан всем, что я забился в этом спорте. А рядом стоит человек, который воспитал меня. Поэтому у меня двойная мотивация, и вы увидите завтра, насколько она сильна.